А безлесник смог тебе помочь. Твой груз разделит пополам. А надо вылезти по сторону, чтобы здесь не нужно было. Улыбка звезд зажигает, печаль собой унесет. Вечно облака слетают, хоть дать земного отдает. И женщины похожи на солнце, а ты присутствие становится теплее. Когда улыбка их лица коснется, мне кажется красивее и добрее. И женщины похожие на ветер, они изменчивы, легки и веселы. Они как бабочки, нужны нам на планете, чтобы пребывать им все могли. Всегда красивые женщины бывают, ведь ее богатство сердце и душа. Талантом, то многогранно обладает и гибель у нее горит всегда. Душа ее доверчива, открыта, она солнечна судьбами любви. И чаша жизни вовсе не допита, не домина, и с каждым годом облик земли. Сейчас я ваша буду бесконечна, пускай любовь живет жив всегда. И оставайтесь вы как прежде безупречны, чтоб жизнь вернулась. Сердце наше правильно доброта. Хорошо, вы почти убедили. Новые знания и достижения. Юное сердце миг покорит. Юный инспектор дорожного движения. Это призвание наши друзья. Елена Ильинична, проводит акция. Поздравляем вас с 8 марта. Знаем всего хорошего. И юные инспектора дорожного движения, то есть хотят вас тоже поздравить. Женщины за рулем – это очень элегантно. Мужчины должны вести себя так толерантно. Здесь не место дискриминации. Женщины за рулем достойны овации. Она осторожна, предупредительна, бывает, конечно, не смотрите. Однако заслуживает уважения. Желает удачных дорог, любви и любви. Все. Хотим вас поздравить с наступающим 8 марта, пожелать всего хорошего, счастья, любви, здоровья. И юные инспектора увидят, хотят тоже поздравить, да, Дэра? Женщина за рулем – это очень элегантно. Мужчины должны вести себя толерантно. Здесь не место дискриминации. Женщина за рулем – это важно. Она осторожна, предупредительна. Бывает, конечно, неосмотрительно. Однако заслуживает уважения. Желаем удачи, дорог, любви и везения. Ой, спасибо большое, что лучше и ярче всегда. Здравствуйте! В преддверии праздника хотим вас поздравить с наступающим 8 марта. Пожелать всего хорошего, счастья, любви, здоровья. И у нас юные инспектора видите, дорожного движения хотят тоже поздравить вас. Пожалуйста, поздравляйте. Спасибо большое. Стихотворение кто-нибудь прочитает, наверное? Женщина за рулем – это очень элегантно. Мужчины должны вести себя толерантно. Здесь не место дискриминации. Женщина за рулем достойна овации. Она осторожна, предупредительна, бывает, конечно, неосмотрительна, однако заслуживает уважения. Желаем удачных дорог, любви и везения. Спасибо. Соблюдайте правила дорожного движения. Юный инспектор дорожного движения, это звание гордо звучит. Новые... Женщина за рулем – это элегант, мужчины должны вести себя толерантно. Здесь не место дискриминации. Женщина за рулем достойна овации. Она осторожна, предупредительна. Бывает, конечно, неосмотрительно. Однако заслуживает уважения. Желаем удачных дорог, любви и везения. Соблюдаем правила дорожного движения. В преддверии праздника 8 марта поздравляем вас с
наступающим 8 марта. Желаем счастья, любви, здоровья, чтобы у вас не было никаких инцидентов, аварий, ДТП, чтобы за рулем всегда ездили хорошо и аккуратно. И юные инспектора дорожного движения хотят вас тоже поздравить. Женщины за рулем, это очень деликатно. Мужчины должны вести себя толерантно. И здесь не место дискриминации. Женщина за рулем достойна овации. Она осторожна, предупредительна. Бывает, конечно, неосмотрительна. Однако заслуживает уважения. Желаем удачных дорог, любви и везения.